В ходе патрулирования территории сотрудниками полиции задержан 36-летний мужчина, который произвел несколько выстрелов в воздух из травматического оружия в районе жилого массива. Потерпевшие отсутствуют. В настоящий момент за медицинской помощью никто не обращался. Дата рождения? 1.04.84. За что задержан сотрудник полиции? Применение оружия в общественном месте. А что вы делали? Вкратце можно узнать. Вкратце выстрел в воздух. Ради чего? Ну, за нервничать что-то решил, короче, выстрелить. Сколько раз стреляли? 26 раз. 26 раз? Из чего? Антфолиевым травматический пистолет. Скажите, вы ранее судимы? Нет.